что же, следующий бой нашего вечера. Руслан Тайсон Семенов против Сергея Шарапова. Очень интересно. Мой хороший знакомый Сергей Шарапов. Спортсмен из города Москва. Выйдет боксировать. Руслан Тайсон Семенов. Посмотрим. Какой Руслан Семенов. Семенов поднимается. Тоже я смотрю, возрастной спортсмен. Руслан Семенов. Сергей Шарапов, 83-го года рождения, 3 года. И в красный угол ринга приглашается спортсмен промоутерской компании «Фит-Кристин» из города Воронеж Сергей Шарапов. Сергей Шарапов. Встречаем лидер. Победитель России среди юношей. Где-то примерно там 97-96 года, наверное, в эти годы он выиграл российский финиш. Очень прилично боксировал. Мастер спорта по боксу. Вот теперь боксирует в профессионалах. Я вообще думаю, любой должен быть интересный. Сергей Шарапов, вот сегодня с ним встретились. Уважаемые дамы и господа, в синем углу ринга спортсмен, возраст 37 лет. Ну, я рост так и понял, 174 сантиметра, вес 72 килограмма 600 грамм. Профессиональный рекорд 37 боев, одна ничья. 31 поражение, 5 побед, из них 3 нокаутов из города Москвы. Руслан Тайсон Семенов. Красного углу ринга. Спортсмен, возраст 32 года, рост 174 сантиметра, вес 73 килограмма 300 грамм. Профессиональный рекорд 6 боев. 6 побед, из них 2 нокаута. Вы с города Воронеж. Сергей Шарапов. Профессиональный рекорд Шарапова, конечно, выглядит предпочтительнее. 6 боев без поражений, 6 побед, из них 3 нокаута. Ну, Сергей, я скажу, в юниорах был, обладал весьма увесистым ударом. Посмотрим, как сейчас будут боксировать. Синий угол готов? Ну что, ребят, поприветствуем спортсмена! Первый раунд. Разведки начинают свой раунд спортсмены. Ну, Шарапов пытается пристреливаться уже сейчас. Шикарный боковой от Сергея Шарапова. Левый сбоку пропускает Семенов. Если так дело пойдет, я думаю, что Шарапов разберется с ним. Естественно, с возрастом совершенно по-другому стал боксировать Сергей Шарапов. Я бы сказал, в лучшую сторону. Бокс!
уже пропустил несколько ударов. Руслан Семенов. Не спешит Шарапов, монотонно обстреливает своими мощными ударами Семенова. Интереснее, я бы сказал, Шарапов как боксер. Пропускает правый прямой Семенов. Шарапов прессингует. Продолжает. Потряс. Шарапов Семенова. Дай бог, чтобы он доставил до конца раунда. Ух, закрыл. Однозначно раунд за Шарапов. Очень мощные удары наносил. Очень точные. Я бы сказал, буквально гонг спас Семенова от поражения. Проще говоря, боксом он занимался намного больше. Второй раунд. Начинает опять левый. Все делает по боксерской науке Сергей Шарапов. Левый джеб. Он сейчас остановился, перекрылся и провел отличный левый боковой. Начинает бить под разными углами. Сбоку, снизу. Шарапов. Ну, вообще, я бы сказал, дело идет к завершению. Шоу устраивают нам боксеры. Паузу Шарапов. И опять начинает левым работать. Шарапов. Я думаю, что Шарапов уже просчитал своего оппонента и спокойно боксирует. Я бы даже сказал. Такое ощущение, что Шарапов решил немножко продышаться. Боксировался. Друзья, давайте корректно поддерживать спортсмена. Боксеры в удовольствие боксируют. Так это сейчас вскользь прошелся опережающий прямой справа от Шарапова. Бокс.
Третий раунд. Начинает так вот прессинговать Шарапов. Наверное, отдохнул во втором раунде. Поскользнулся на полу Семенов. Много воды налили секунданту в углу. Вот. Левый прямой постоянно находит свою цель. Шарапов достает левым прямым, левым боковым. Попал справа, вскользь, но попал. Четкая двойка от Шарапова. И потряс он Семенова. Начинает. Семенов опустил руки. Вот это бравада совершенно не нужна. Все. Явное преимущество. Это шоу. Техническим нокаутом в этом бою победу одержал Сергей Шарапов. Зря возмущается Семенов. Дело шло к тому, что... А еще, пользуясь случаем, хотелось бы поздравить своего сына с днем рождения, который находится сейчас здесь, и болеет за меня. И моя семья тоже здесь. Спасибо большое, огромное всем болельщикам, каких у меня болеют. Вот мой сын красавец. Ему сегодня 5 лет. Приятнейший парень Сергей Шарапов познакомил нас со своим сыном, которому сегодня исполнилось 5 лет. Мы поздравляем папу.